Итак, как настроить фотографии в стиле маска? Каждый стиль для 4 фотографий. Итак, загрузим слайд 4 фотографии мышкой левой. Нажимаем клавишу Ctrl на клавиатуре и левой мышкой выделяем 4 нужных нам фотографии. Выделили, затем нажимаем правой мышкой и нажимать «Добавить в новый слайд». Так как слайд у нас 16 секунд, значит здесь поставим и длину 16, а переход поставим 2. Стиль у нас рассчитан на это время. Итак, открываем наши фотографии в слайде. Идем в стиль слайдов. Заходим вот в эту папку. Они у меня в этой папке. Который стиль я делаю, у меня все загружаются в эту папку. Когда вы установите, я не знаю, в какой у вас папке будет, ну попробуйте найти в этой. Или по названию. Итак, загружаем, вот, открываем первый стиль. Применить. И окей. Стиль наш загрузился. Вот он как работает. Но видно, что некоторые фотографии отображаются некорректно. Что для этого надо сделать? Все очень просто. Возьмем стоп, встаем на первую фотографию и на второй ключевой кадр. Теперь мы можем нашу фотографию подвигать, как нам надо. Можно даже вращение там ей маленько задать как-то. Ну вот так пусть. Ниже. И теперь нам надо настройки второго ключевого кадра скопировать в третий ключевой кадр и в первый. Для этого правой мышкой нажимаю на второй ключевой кадр. Нажимаю здесь копировать в предыдущий ключевой кадр, то есть вот в этот. И второй опять нажимаем копировать в следующий ключевой кадр, то есть в третий. И также делаем со следующей фотографией. Идем в следующую фотографию, на второй ключевой кадр. Двигаем нашу фотографию, как нам надо, чтобы она стояла. Опять копируем настройки второго ключевого кадра в предыдущий ключевой кадр и следующий ключевой кадр. Дальше идем. Фотография третья. Сдвигаем вот сюда. Так, попробуем маленько. Вот так. И опять копируем настройки второго ключевого кадра в предыдущий ключевой кадр и следующий. Так, ну и последняя фотография. Опять становимся на второй ключевой кадр. Маленько сюда сдвинем. Опять давайте вращение. Маленько добавим фотографии. Так, маленько ее опустить. И опять копируем настройки второго ключевого кадра в предыдущий и следующий ключевой кадр. Посмотрим. Вот теперь у нас все работает четко. Так, слой с фоном можете менять, добавлять сюда все, что угодно. Вам только не надо трогать вот слои с масками. И, естественно, фотографии сами настроите. А вот здесь фон можете ставить любой. Добавить там каких-нибудь, ну, что вам понравятся там картинки, какие-нибудь цветы или вензеля. Это все от вашей фантазии зависит. Ну вот я и объяснил. Все. Вперед. Успехов в творчестве.